Здравствуйте, с вами снова мистер Снэк. Продолжаем проходить Hitman контракты. И следующая миссия в Китае, вторая. По счету, опять же, ремейк из первого Хитмана. Ну, эта миссия получилась, я не знаю, такой же, наверное, как и в первом Хитмане. То есть они здесь добавили две дополнительные цели, которые находятся в ресторане. То есть здесь недостаточно просто... нет, стоп, цели-то одинаковое количество осталось. Просто сейчас... Взорвать с помощью машины можно не всех, то есть двое остаются в ресторане. Раньше они были на дороге. И вот трудно сказать, хорошо они сделали или плохо тем, что оставили их в ресторане, но они добавили, ну или попытались, наверное, добавить какой-то вариативности в этом плане. Потому что последних двоих вы можете убить, ну, наверное, двумя максимум способами, что я даже не знаю. Здесь потому, что особо-то никак не проникнуть вовнутрь здания, только если вот этот костюм подобрать, потому что, по-моему, водителя внутрь не пускают. Ну, вы можете поступить так же, как и в первом Хитмане, то есть вырубить где-то водителя. В первом, правда, его убивать пришлось, но это не был какой-то... несчастный, потому что, по-моему, за его убийство денег не отнимали в итоге, и таким образом вы могли подложить бомбу в машину, чтобы все это взорвать. В принципе, я повторю вариант из первого Хитмана, так как другой здесь выглядит не очень красиво. Можно взять просто снайперку и всех перестрелять. Вот это второй нормальный вариант, который здесь работает. Ну или всех передушить, как это делают, например, в спидране. Честно говоря, чувакам из Красного Дракона будет абсолютно пофигу вообще, убиваете вы этих из Синего Лотоса или нет. Ну, иногда они трупы находят, но часто наоборот. То есть все очень тихо. Даже если прям перед ним упадет парень в синей форме, ему реально будет насрать. Ну, тут у меня... Вот эти вот, почему я пистолеты не люблю, потому что даже когда ты подходишь в упор, они не бьют. Они начинают стрелять. Это хорошо, что пули пролетели сейчас сквозь шофера, потому что я в упор стоял. Я бы в него вообще бы никак попасть не мог. Иначе бы мне засчитали ранение невиновного, и, по-моему, за это тоже рейтинг в итоге снимают. Но забавный факт в том, что у нас сейчас не минута есть, чтобы закончить миссию, а полноценные там дохрена ли он времени, потому что вот отсюда парень не выберется. Он, более того, он, по-моему, даже не встанет. То есть вот он как упал, он не считается мертвым, но почему-то он не встает. То ли там триггеры не работают вообще никакие, если уж он оказался в канализации. То ли я не знаю почему, но в общем это мне позволило хоть как-то эту миссию закончить. Хотя на самом деле вопросы возникали, что в этой миссии сделать. Можно было, конечно, сначала убить тех двоих, что находятся в ресторане, но тогда бы чуваки не спешили бы уехать на машине вроде как, потому что один начинал сходить с ума и просто бегать внутри по ресторану. Это было довольно-таки странно, и пришлось бы его тоже мочить прямо в самом ресторане, но тогда бы точно никто бы не уехал. То есть они либо едут, как я понял, все, либо они начинают тупить, пока вы всех не убьете. Так что я серьезно рассматривал вариант перестрелять всех из снайперки, но, как казалось, из канализации парень все равно не выберется. Так что можно подождать и взорвать при помощи машины и тех двоих, но даже если вы не успеете, ничего страшного, снайперка вам позволит убить сначала одного и затем второго. Они не среагируют вообще никак. Ну, только если прям к ним в упор подойти и оружие достать, как я это в превью ролики делал, тогда, конечно, среагируют. Но там они еще и слышат, когда убиваешь. Но вот если во второго промазать, то он начинает крутиться и находит труп первого. Поэтому стрелять нужно наверняка. Ну, сейчас они уже сядут в машину и уедут. В принципе, я не считаю, что эта миссия была хороша даже в первом Хитмане, потому что она проходилась по одному единственному способу. Ну, по крайней мере, без того, чтобы получить много тревог и чтобы за вами начинали все гоняться, особенно... Начинали китайцы, обычные цивилианы, бегать. Потому что вот здесь как-то странно, в контрактах в Китае именно цивилианы носятся как бешеные. При том, что ни одной тревоги не поднято.
На самом деле большие вопросы, зачем разрабы сделали именно так, почему они выделили именно вот этих цивилинов, не понимающих вообще, что происходит, и постоянно носящихся туда-сюда. Из-за этого, кстати, много лузов получается в этих миссиях. В первом, если бы они так носились, то была бы тревога, типа охрана заметила подозрительное движение, или, ну да, по-моему, подозрительное движение граждан, или как там это писалось. Ну, в общем, граждане начинали вести себя подозрительно. Так по-русски, наверное, это будет более правильно звучать. И плохо, что они эту тревогу отсюда убрали. То есть в контрактах, как сейчас, если вас какой-то цивилин спалил, то он бежит к охране и рассказывает. То есть вы можете перехватить его. В первом Хитмане было немножко не так. То есть один вас спалил, потом он начинает бегать как идиот, второй видит это и тоже начинает бегать как идиот. Ну и в итоге охрана начинает сомневаться, что все спокойно, потому что все бегают как идиоты. Вот, это было сложнее, в общем-то, устранить, чем поймать одного гражданского и усыпить его, например. Ну, как эти двое умирают, просто один выстрел опрошивает двоих. Хотя, в принципе, если даже у вас не получится так же метко попасть, то не расстраивайтесь, снайперка с глушителем вас никто не спалит, можете хоть 15 раз стрелять, и вы все равно получите Silent Assassin. Просто потому, что больше никого не убьете лишнего. Ну, собственно, и все, теперь можно идти к выходу. Кстати, надо сказать вообще, что в этой миссии, во-первых, по-моему, именно здесь лежит карта для секрета из самой первой миссии. И здесь они оставили зачем-то доступ к практически всему особняку Лихонга. При том, что, ну, вы понимаете, что во второй половине особняка жизни нет, там даже света нет. Зачем они это сделали? Вы сейчас могли даже увидеть сейф, который будет именно на том же самом месте, что и в миссии с Лихонгом. Я этого вообще не понял. Ну, я бы сказал, что это больше ленивости со стороны разрабов, но да ладно. В общем, на этом миссия заканчивается. До новых встреч, удачи и, надеюсь, еще увидимся.